Как только на нашем чертеже появляется смежная сеть, мы можем выполнить проверку на коллизии. Для этого левой кнопкой мыши выберите любую трубу на чертеже. И нажмите команду «Выполнить проверку взаимодействий». Затем укажите любую трубу. В качестве сети 1 задайте V1, в качестве сети 2 – K1. Затем нажмите на критерии проверки приближенности в 3D. Включите выполнение проверки приближенности в 3D и используйте расстояние в 1,5 метра. Нажмите ОК. Появляется сообщение о проверке взаимодействия. И найдено случай взаимодействия 5. То есть в 5 местах наше расстояние не выполняется. И как вы видите, в плане появляются наглядные метки, которые показывают, в каких именно местах мы не проходим по нашему расстоянию. Если выбрать трубопроводные сети, а также выбрать наши метки, показывающие пересечение, можно перейти в просмотр в 3D и наглядно в объеме посмотреть, в каких местах мы не выполняем нашу проверку по минимально допустимому расстоянию.